volume. Всего на данной автодороге 5 мостов. Все они деревянные и давно устарели. Вместе с Кумтором мы начали менять эти мосты на железные конструкции. Кумтор обеспечил строительными материалами. Также часть работ финансируется за счет Минтранса. Страшно было. Мы когда вот с грузом туда едем, я всегда говорила, поменьше кладите, поменьше, потому что мост может рухнуть в любой момент. Так что это было очень страшно. А теперь мы уже не беспокоимся за себя и за наших туристов. Спасибо.